Что там, Мистер, что ищешь? Что смотришь? Тут разыгрывают машину. Нормальная тема, да? Да, брат, думал вот подписаться. Камри там, Мерседес не разыгрывает? Да есть, брат, просто надо на него и на спонсоров подписаться. А ну скинь-ка мне, давай, Тагир, давай подпишемся. Давай, как Porsche выиграет, что-нибудь такое. Завтра, послезавтра на Камри будем ездить. Давай. Нормально, вот у него, например, Подписываемся на всех. Давай. Салам алейкум, братья. Алейкум ассалам. Чем так сильно заняты? Что делаете? Конкурсы есть, вот видишь. Что, а ну покажи мне тоже, что это? Там же всего лишь 20 спонсоров, это же лохотрон, братья. Ты откуда знаешь, брат? Нельзя вестись на это, нельзя. Нормальная тема, брат. Вот он, смотри, он Камри разыгрывает, она стоит 700 тысяч. 20 спонсоров вообще что такое? Это вообще лохотрон. Они каждый раз страницы же меняют, новых спонсоров добавляют, спонсоров обманывают. Те, кто на них подписывается, тоже обманывают. Я имею в виду обычные такие страницы, которые 20 спонсоров, это же лохотрон. Именно вот таким конкурсам верить нельзя и на них подписываться тоже нельзя. Распространять тоже это запрещено. Честно говоря, задумайтесь, подумайте, посмотрите. Я не думал, если честно, усмотрел, мне уже сколько, на кого я уже подписался, ни разу я не выиграл, даже. Пойдемте, там же Хажиж ждет, зал пойдемте, Хажиж ждет нас там. Че, пойдемте, братья? Зал пойдем. А ты не слушай там.